Ростовчане, вы вообще в курсе, что эти выходные последние летом 2021 года? Да-да, на следующей неделе уже наступает осень. Для кого-то это лето получилось таким позитивным, с хорошим настроением, ну, в общем, очень приятным. А для кого-то по разным причинам, конечно, не очень приятным, может быть, какие-то были расстройства этим летом. Но, как бы то ни было, каждые выходные, перед каждыми выходными, я вам советую, поезжайте туда, займитесь тем, займитесь этим. Ну, в общем, такой, выступаю в роли такого советчика, да. Но сейчас я этого делать не буду. Я лишь скажу вам, проведите эти выходные так, как вам хочется, так, как вам приятно. Проводите лето, скажем так, на позитиве. А о погоде на эти выходные сейчас расскажу. Позитиву будет откуда взяться. В субботу, воскресенье и понедельник на небе не будем наблюдать ничего, кроме солнца. Ну и тепло, конечно, будет. В субботу до 33 градусов, в следующие два дня все плюс 35 увидим на термометрах. В общем, провожать лето так по-летнему. Ветер будет меняться от практически штиля в субботу до 6 метров в секунду следующие два дня. Атмосферное давление чуть-чуть ниже нормы. А в целом, повторю то, что говорил на улице. Проведите последние выходные лета так, чтобы встретить осень на позитиве. Увидимся на следующей неделе.